Итак, дамы и господа, всем привет! Вас приветствует обновленный спектр лысый. Знаете, я сейчас взглянул в зеркало и понял, что я отныне как второй Ферамир просто выгляжу. Ладно, ребята, давайте сегодня закончим кампанию Альянса «Падение Лордерона». Потом я в четверг уезжаю, скорее всего, до субботы, поэтому Варкрафта не будет. Но не отчаивайтесь, мы хотя бы допройдем кампанию. Итак, глава 8 «Предательство». Это, кстати, глава быстро проходится. Да и следующая, на самом деле, тоже. Она не такая уж и длинная. На следующее утро в новом лагере Артеса. Кстати, вот эта вот глава довольно интересная. Прошу меня простить, посол, но принца сейчас нет в лагере. Что привело вас в это мрачное место? Согласно королевскому указу, все ваши люди должны немедленно вернуться в Лордерон. Лорд Утер убедил короля отозвать эту экспедицию. Только прибыли и сразу обратно? Да. Мои люди докладывают, что дороги, ведущие к побережью, стережет армия тьмы. Вам придется искать другой путь к кораблям. К черту нежить! Мы пробьемся через лес, парни! Капитан, почему ваши солдаты не на посту? Милорд, по требованию лорда Утера, ваш отец отзывает войска. Утер отзывает мои войска? Без армии я не смогу победить Малгануса. Необходимо сжечь корабли, прежде чем люди доберутся до берега. Не слишком ли это круто, парень? Сжечь дотла! Никто не отправится домой до тех пор, пока наша миссия не будет выполнена. Ну вот и предательство Артеса. Так, за 25 минут надо... Свет дает мне силу. Уничтожить 5 кораблей. Ну что, погнали? Отличный план. Для того, чтобы пробиться через эту толпу, нам понадобится больше людей. Я видел здесь несколько лагерей наемников. Может быть, кто-нибудь из них присоединится к нам за соответствующую плату? Разумеется. Так что теперь я могу нанимать наемников. Конечно. Ой, опять башни, да ёлки-палки. Отлично. Некроманта надо валить. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! О, давай, Мурадин, шандарахни по нему. За моего отца! Отличный план. Так, теперь мне надо найти лагерь наемников. Отличный план. Разумеется. Будь проклят, Утер, за то, что он заставил меня пойти на это. Так, кого нанять можно? Огра воина, да? Очень много огров. Так, и жрец, чтобы лечил нас параллельно. Окей. Так, ладно. Погнали туда. Конечно. Разумеется. Теперь я действительно зол. Сначала башню валите. За моего отца! Давай, давай. Отличный план. Вам не кажется, что здесь их слишком много? Конечно. За честь и отвагу! Так, нормально. Они получат по заслугам. Что там у тебя? Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Давайте заодно послушаем, что Огр нам скажет. Просто интересно, давно не слышал. Ну чё уставился? Друзья познаются. Въеде! Пойдем туда! Нет, туда! Бьешь ты, а тошнит меня. Это он! Нет, это он! Охеренный юнит. Ну чё уставился? Пьёшь ты, жалкий глупец. Отошнит меня.
конечно. Отличный план. Прости, жрец, но ты мертв. Хотя, по сути, зачем я на них ману трачу? Конечно. За моего отца! На них же не обязательно ману тратить так-то. Ну, ладно. Разумеется. Все, больше пока не буду, надо беречь ману. Отличный план. Так, Мурадин. Так и будет. Ну-ка, кинь. Кинь, дай свой молот бурь. Разумеется. Хорошо. Но это еще не все. Еще 4 корабля. Отличный план. За честь и отвагу. Воин Неруба. А он не нежить, кстати. Отличный план. Очень, кстати, странно, но да, воин Неруба это не нежить. Не нужно кланяться. Разумеется. Во имя правосудия. Так, Мурадин забрал зелье, да. За честь и отвагу. Конечно. Так, здесь... Зиккурат и Неруба. Я служу свету. И супруга Неруба. Иду. Время молота. Ну-ка, шандарахни по ней. Во имя правосудия. Шапки, глупец. Нифига себе, она стан получила долгий. Боевые когти плюс 12. За честь и отвагу. Я служу свету. Огр, прощай. Во имя правосудия. Вот так-то лучше. Свет дает мне силу. Где враг? Давайте что-нибудь вытянем. Давайте лечебное зелье вытянем. Отличный план. Так. Не нужно кланяться. Ой, эликсир маны. За честь и отвагу. Забираем Мурадин. Разумеется. Отличный план. Так, еще корабль. Давай. Так и будет. За честь и отвагу. Конечно. Так, здесь можно кого нанять, да? Ну-ка, что этот скажет? Ага. С кого начнем? А я такой холодный. Не горячись, остынь. Не спи, замерзнешь. Надо надеть свитер. Кто следующий? Да. Я служу свету. Не особо разговорчивый. За честь и отвагу. Кстати, я орудийный расчет один просрал, да? На нас напали. А, вон он где, эй! Конечно. А что он там забыл? Ну что ж, прикольно. Иди сюда, что там забыл? Свет дает мне силу. Желаю. Пусть он Артас идет. Поздно просить пощады. Ой, морлоки поперли. Разумеется. Вот, кстати, Огр-маг — это неплохая вообще вещь, потому что у него есть кровожадность. Не нужно кланяться. Молот бурь Мурадина. Во имя правосудия. О, камень маны. За честь и отвагу. Шикарный предмет. Разумеется. Так, друзья, давайте теперь наймем подрывную бригаду. Конечно. Для этого мне нужен Артас. Отличный план. Разумеется. Так. Конечно. За честь и отвагу. Привет! Уже идем. Так, а золото, кстати, у меня не доходит, да? Доходит. Так. Что опять? Кстати, можно было их и не нанимать, я протупил. Можно было орудийными расчетами, да. Че взрываем? Блин, жалко я. Ну ладно. Выступаем. Деньги, по сути, всегда не нужно кланяться. Прикажете открыть огонь? Во имя правосудия. Так, давайте в группу сейчас возьмем этот орудийный расчет. Я служу о, свету. О, другое дело. Так. Ну что ж, приказывайте. Вот так вот сделаем. Вот, легко и просто. Мы уже идем. Ну давай, доруби уж для симметрии просто. Свет дает мне силу. Просто для симметрии. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. Так, корабль, Мурадин. Он твой. За честь и отвагу. Осталось 2 корабля всего. Разумеется. Еще немного. Конечно. За честь и отвагу. Так и будет.
некоторых есть способность ловчий, а у меня нет таких, у кого есть ловчий. Разумеется. Даже у берсеркеров нету. С кого начнем? Не нужно платить. Тролля берсерка нету. Беда. Время молота. Иду. 5 целебные зелья. Да что ж такое, одни зелья падают. Конечно. Ну то у меня хотя бы тролли есть. За честь и отвагу! Конечно. Отличный план. Так, теперь сейчас будет, да, маленькая показуха. Угу. Так, значит, есть тут один свиток. Скажи, выбирай сумму. Амулет портала. Какие новости? Вот так-то лучше. Что там у так тебя? И будет. Да ё-моё, отойдите. Чем бы заняться? Так, давайте так. Амулет вот сюда. Лучше. Где враг? Давайте я ему пока кольцо отдам. За честь и отвагу. Портал. Конечно. Так, погнали. Знаете что? Укажите цель. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Разумеется. Амулет портала, значит, телепортирует 12 юнитов к герою, который это применил. Какие новости? Так, вы тут столпитесь, пожалуйста, спасибо. Не нужно кланяться. Да, не нужно кланяться. А то здесь... Не, на самом деле эти все башни можно уничтожить, но... Это очень тяжело и долго. Так. За честь и отвагу! Так, давайте все ко Конечно. Мне. Оп! Где враг? Отлично! Остался только один корабль. Да, остался всего один корабль. Сколько они там леса уже прорубили? О, некроманты. Разумеется. Блин. Конечно. Теперь я действительно зол. Жалкий глупец. Поздно просить пощады. Время Надо можно. Некромантов валить, а не да скелетов сейчас делать. Вот так-то лучше. Отличный план. Свет дает мне силы. Все, некромантов нету. А, нет, есть один. Некромант, умри. Еще некромант, да елки-палки. Разумеется. Так, сколько им осталось леса рубить? О, да. Кстати, они прорываются, по сути, к лодкам, а не к кораблям. Ну, ладно. И у меня маны не осталось, кстати. Конечно. Они получат по заслугам. Ну чё уставился? Во имя правосудия. Лучше бы еще благодать, она негативные эффекты снимала. Теперь я действительно... Например, вот увечье. Посмотрите на его атаку. 6-7 получается, да? Да. Где враг? Капец, как мало. Разумеется. Последние твари. Конечно. Обычно люди соображают быстрее. Мурадин, иди вперед и уничтожай корабль. Не нужно кланяться. Не хватает маны. Свет дает мне силы. Ну и всех побежать не обязательно. Так что... За честь и отвагу. Вот так вот. Принц Артес? Вперед, мои воины! Враги сожгли наши корабли и отрезали нам путь домой. Уничтожим их во имя Лордерона. Проклятые твари. Уничтожим их. И еще одно предательство со стороны Артеса. Наши корабли уничтожены. Что нам теперь делать? Слушайте меня, вы все. Мы не можем вернуться домой. Спасти нас может только победа. Мы останемся здесь или погибнем. Теперь возвращайтесь в лагерь и занимайте свои посты. Итак, друзья, нас ждет последняя глава в компании Альянса. Под названием Frostmourne. На следующий день в лагере Артеса. Ты солгал своим людям и предал наемников, которые сражались за тебя. Да что с тобой происходит, Артес? Неужели жажда мести настолько затмила твой разум? Пойми меня, Мурадин.
Если бы ты видел, во что Малганос превратил мое королевство. Темный властелин предсказал твое появление. Здесь окончится твой путь, мальчик. Во льдах, на вершине мира. Здесь тебя ждет бесславная гибель. Плохо дело. Мы окружены. У нас еще есть шанс. Помоги мне добыть Фростмор. Если он и в самом деле так хорош, как ты рассказывал, мы сможем переломить ход боя. Не нравится мне все это, но я обещал идти с тобой до конца. Капитан, я должен оставить лагерь. Держите оборону до моего возвращения. Ну что, найдите Фростморн. Если вы помните, то одна из фраз Артеса за нежить — это Фростморн жаждет крови. Но, как вы понимаете, сейчас он познакомится с тем самым мечом. А еще мне надо кучу улучшений сделать. Так, а кузница, вот она. Вообще, на самом деле, когда я за Артеса прохожу... Так, тихо. Я служу свету. Ну, когда уже Фростморн я добуду. Конечно. Я иду только одним Артесом в бой. За честь и отвагу. То есть войска я вообще не беру. Кольцо защиты плюс 3. Отличный план. Разумеется. За честь и отвагу. Так. Отличный план. Мы что, всех убили? За моего отца! Окей. На нас напали. Время молот. Исследование завершено. Белый волк. Разумеется. Так, исследование готово, да? Исследование завершено. Ой, там нападают уже. Исследование завершено. Не нужно кланяться. Исследование завершено. О, талисман завершено. Здоровья. Вместо чего взять? Давайте вместо боевых когтей. Конечно. Отличный план. Потому что мантия мне нужна будет. За честь и отвагу! На нас напали. Конечно. Слушайте, у меня проблема с войсками. Давайте рыцаря, что ли, сюда одного поставим. Так. Не хватает, хватает дерева. Ладно. Свет дает мне силу. О, источник магии. Здесь я смогу хотя бы лечить воинов своих. За честь и отвагу! Так, шаман Вендиго. Отличный план. Разумеется. Вот так-то лучше. Во имя правосудия. Да, шаман Вендиго такой себе. Да, милорд. Где враг? Теперь я действительно готов. Конечно. Книга ловкости. Так, Артас, где ты? Свет дает мне силу. Исследование завершено. За честь и отвагу. Некуда класть. А некуда класть? Разумеется. За честь и отвагу. Не нужно кланяться. Просто я все Артесу отдаю. Разумеется. Ну, вы же играли в Warcraft, вы помните, да, почему? Конечно. Я все это Артесу отдаю. За честь и отвагу. Так, здесь сейчас будут скелеты-лучники. Отличный план. Снайперы, точнее, скелеты-снайперы. За честь и отвагу. Да, вот скелет-снайпер, скелет-лучник. Где враг? Исследование завершено. Тихо, рыцарь, это куда? Разумеется. В рыцаря моего вселилась эта банша, скотина. Конечно. Время молот. Я не уследил, ребят, сори. Там призрак вселился в рыцаря. Блин. Не хватает дерева. Почему дерева-то не хватает? Один работник на дереве. Какого хера? Хрена. Короче, вы поняли. Да. Скидывай его.
Стальные мечи. Свет дает мне силу. Так. Разумеется. А теперь главная битва. Отличный план. Со стражем. За честь и отвагу. Разумеется. Возвращайтесь назад, смертные. Здесь вы не найдете ничего, кроме собственной гибели. Не думаю, что после всего пережитого что-то еще способно испугать нас. Думай, что хочешь, но вы не пройдете. Лучше, кстати, валить сразу не стража. Потому что, когда страж умрет, умрут и все скелеты. Не нужно хвалиться. Время молодо. Возвращайтесь. Пока еще не слишком поздно. Все еще пытаешься защитить свой меч? Нет. Пытаюсь защитить тебя от него. Пытаюсь защитить тебя от него. Потому что этот меч что? Правильно, проклят. Смотрим видеоролик. Смотри, Мурадин, вот оно, наше спасение. Погоди, парень, здесь на постаменте надпись. Это предупреждение. Здесь говорится, тот, кто поднимет этот меч, познает на себе его силу. Подобно рассекающему плоть клинку, будет она терзать его душу. Я должен был догадаться. Этот меч проклят. Давай выбираться отсюда. Я с радостью приму на себя проклятие, если это поможет спасти мою родину. Оставь его, Артес. Забудь об этом и труби отступление. Люди вернутся домой. К черту людей. Я буду мстить. И никто не встанет у меня на пути. Даже ты. Теперь... Я взываю к духам этого места. Я отдам вам все и заплачу любую цену, если вы поможете мне спасти мой народ. Принц Артес, где Мурадин? Мы больше не можем сдерживать их натиск. Мурадин мертв. Мужайтесь, капитан. Враг не сможет противостоять мощи Фростморна. На нас напали. Ну а теперь давайте свет закончим это силу. Дело. Исследование завершено. Отличный план. Так. Давайте сюда оборону поставим. Уничтожьте лагерь Малгарус. Не нужно кланяться. Так, что из этого можно выбрать? Целебное зелье... Давайте выберем, знаете что? Завершено. Вот выберем камень. Отличный маны, план. Потому что мне нужно будет мана. Конечно. Ребят, я сейчас буду проходить по собственному варианту эту главу. Я буду уничтожать постройки Малгануса под действием божественного щита. За честь и отвагу! И буду каждый раз ждать, когда это все перезарядится. Потому что идти с воинами бесполезно, их тупо лечить придется. Поэтому у Артаса теперь сила тьмы есть, поэтому все довольно легко. Не хватает дерева. Но могу брать улучшения для своих юнитов. Я служу свету. Этих мы не трогаем, эти нам не нужны. Жду за честь и отвагу! Конечно. Пошлите потихоньку уничтожать отличный лагерь. План. За моего отца! Жалкий глупец. За моего отца! За честь и отвагу! Ну, потихонечку можно юнитов уничтожать, кстати. Так, давайте возьмем улучшение. Какое мифрильные мечи. Где враг? Отличный план. Жалкий глупец. Разумеется. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. За моего отца! Сейчас. Жалкий глупец. Я их повалю тогда уж всех. На нас напали. Так, все нормально. Свет дает мне силу. Ну вот. Во имя права. Часть юнитов я уничтожил. Кстати, сам Малганус там тоже будет. Конечно. А теперь пошлите сам лагерь уничтожать.
Конечно. Берем божественный щит и просто идем в атаку. Свет дает мне силу. Жалко, здесь не показывают, сколько всего осталось. За честь и отвагу! До божественного щита. Разумеется. Конечно. Отличный план. Не нужно кланяться. Сейчас, наверное, перезарядка конечно будет. Лучше я пока отойду. Да. Разумеется. Ледяные змеи, кстати, очень сильно будут нам мешать. Так что... Исследование завершено. Все очень плохо будет. Так. Ну, здесь оборона есть. Так, давайте я их сюда перегоню. Кто-нибудь ранен? Вот сюда вот. Так. Я служу свету. Сейчас божественный щит откатится еще разок. Не, серьезно, просто вести юнитов это не вариант. Кстати, еще вот здесь есть лагерь нежити, вот тут вот. Фиолетовый. Но он это особо мешать не будет. Так, магический страж. Мне нужно дерево, нужно больше дерева, пожалуйста. Где враг? Ладно, погнали дальше. Отличный тогда план. Разумеется. Исследование завершено. Теперь я действительно зол. Я служу свету. Сейчас все зиккураты поломаем. Они получат. Теперь храм проклятых ломать будем. Все, храма проклятых не нету. Некромантов больше никто делать не будет. Исследование завершено. Я служу свету. Блин. Разумею. Блин. Вот об этом я и говорил. Они вам. Нас напали. Вот об этом я и говорил. Ледяные змеи. Они сильные. Свет очень. Свет дает мне силу. Исследование завершено. Ну, я думаю, Артас выживет. Не нужно кланяться. Да, они не до конца за мной идти будут. Так, ждем еще раз божественный щит. Уже храма проклятых нету у них. Цитадель, рудник тут. Кстати, надо все постройки, наш по-моему, город уничтожить. Осаждают враги. Ой, да ладно, не обманывайте себя. Свет дает мне силу. Так, ребята, сейчас божественный щит за откатится. За честь и отвагу. Все, можно идти, по сути. Конечно. Так, давайте уничтожим. Разумеется. Сейчас костяной завод. Теперь я действительно зол. Чтобы никаких ледяных... Блин, они опять ледяного змея делают, видите? Это энергия скачет туда-сюда. Блин, еще ледяного змея делают. Но они не успеют, наверное. Так, посвящение целителей давайте сделаем. Просто делать уже нечего. Строительный раствор. Не нужно кланяться. Отличный план. Отлично. Где враг? Конечно. Твою мать. Опять говнище. Нет, отстаньте, пожалуйста. Вот это вот обморожение. Исследование завершено. Такое дерьмо, а. Так, мифрильную броню. Нет, не хватит. Давайте клепанную кожу возьмем. Что прикажете? Положись на меня. Не нужно кланяться. Так, погнали. Разумеется. А, нет, еще подождите. Ну, еще, кстати, зиккураты можно уничтожать, по сути. Странно, кстати, что на меня не нападают почти. Конечно. Ну, у меня атака 90-100. Разумеется. Нормально. За честь и отвагу! Со всеми этими бонусами. Исследование завершено. Конечно. Так. И шатый потом жертвенник рубец можно уничтожить. Жертвенник, на самом деле, особо не нужен, но... Свет дает мне силу. Но надо все равно. Где враг? Они получат. Исследование завершено. Некромант просто сдох. Отличный план. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Конечно. Жертвенник минус. Поздно просить пощады. Давайте теперь убиваем юнитов. Исследование завершено. Разумеется. Я служу свету. Минус ледяной змей. Теперь я действительно зол. На нас напали. Не хватает дерева. Армированная кладка не хватает немного. Ладно, мифрильную броню возьму. Где враг?
За честь и отвагу! Конечно. Твою мать, тупая горгулья. Ты все равно сейчас умрешь. Разумеется. Конечно. Отличный При... план. Так, божественный щит. За честь и отвагу! Отличный план. Они получат. А вот и Малганус, кстати. Я служу свету. Только у него теперь атака обычная, а не осадное оружие. Теперь я действительно зол. Кстати, кладбище уничтожим. У них, правда, апгрейдов нету на броню и на атаку, но все равно. Так, есть еще что исследовать? Кстати, есть. Вот так вот. Выше... Не, давайте посвящение волшебниц. Не знаю, зачем, но... Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Конечно. Ой, давайте валим отсюда. Разумеется. Они меня сейчас убьют. Конечно. Разумеется. Отстань, Малганус, конечно. Отстань. Жалкий глупец. О, склеп нашел. Я служу свету. За моего отца! Разумеется. Конечно. Кстати, еще бойня, по-моему, даже не уничтожена. Разумеется. Сейчас еще немножечко. Отличный и щит план. Откатится. Конечно. Ну, по сути, можно исследование завершено. За моего отца! Давайте склеп уничтожим теперь. Жалкий глупец. Так, пускай Артас его уничтожает. Так, а мы с вами по исследованиям пройдем. По-моему, тут осталось только авиабомбы, да? Что прикажете? Так, капитан. Исследование завершено. Давайте черный порох возьмем. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Все, склепа больше нету. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. О, в статую превратилась. Теперь я действительно зол. Отличный план. Конечно. Они получат по заслугам. А вот в статую они могут превращаться, скотины. Жалкий глупец. Бывает такое. Отличный план. Разумеется. Труповозка сраная, иди отсюда. Во имя правосудия. Свет дает мне вот силу. Вот так вот. Сколько маны? 300 маны, да, дает? Исследование завершено. Конечно. Разумеется. Отличный план. И за сюда. Честь и отвагу! Отличный план. Конечно. Теперь бойню забираем. Ну да, ребят, довольно долго я прохожу, но я вам серьезно говорю, если проходить с юнитами, это будет гораздо дольше, ребят, поверьте. Наш город осаждают. Кстати, теперь я могу юнитов вести. Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. Так что юнитов у меня теперь до хрена и... Выполню любой приказ. И у меня больше, по сути, ничего нету. Служу свету. За честь и отвагу. Отличный план. Только следить надо за КП Артаса. Очень хорошо надо следить. Разумеется. Что тебе надо, горгулья тупая? За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Во имя правосудия. Все, склепа нет, бойни нет, вообще ничего нет. Осталась цитадель, по сути. Сейчас я ее уничтожать буду. Так, армированную кладку делаю и, по сути, все. Так, бездымный порох, армированная кожа. Давайте бездымный порох. Я служу свету. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Послушайте, что он говорит. Быть принцем не так уж легко. Я прославлю свое королевство. Свет указывает мне путь. Свет придает мне силы. Я ведь сам должен командовать. Я знаю, что делаю. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Не нужно кланяться. Отличный план. Жалкий глупец. За моего отца. А вот и Малганус. Не знает, что делать уже. Исследование завершено. Где враг? Очень не вовремя щит пропадет, конечно. Ну ладно, давайте поведем их тогда уж. Слушаю. Эй, вы, сюда. Побежали, быстро. Эй, вы. Чем я могу помочь? Бегите сюда.
Не так быстро, котик. Что она скажет, если атаковать? Я служу свету. Артес, беги! К тебе идет подкрепление. За честь и отвагу! Может, отличный некроманта план. Я убью. Разумеется. Эй, некромант, умри. За честь и отвагу. Где мои отличный воины? План. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Эй, воины. За честь и отвагу. А вот и ваш король. Исследование завершено. Так. Ну, осталось прокачать армированную кожу и на нас потом напали. Драконью кожу. Во имя правоты. За моего отца! Что прикажете? Я служу свету. Ой, здесь вообще ужас. Ну вот и все. Кампания Альянса спокойно пройдена. Кстати, тень здесь, да, была. Они получат по заслугам. Так, пускай не этих всех хвалят. О, они даже Малгануса убили. Слушаю. Нихера себе. Да, сэр. Так-то. Ну и осталось уничтожить рудник. Все, друзья, это было свет прохождение дает кампании Альянса. Уже в кампании Нежити я вам расскажу про видеоролик, который идет под названием «Возвращение Артеса». А, «Падение Лордерона» оно называется, по-моему. Так что, друзья, вот и все. Так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей, как и предсказывал темный властелин. Ты сильнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус. Теперь я слышу только голос моего меча. Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч? Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе повелитель тьмы? Он сказал, что пробил час отмщения. Что? Он не мог. Все кончено. Ну и, собственно говоря, Артес сошел с ума. Так, друзья, мне сейчас здесь придется запись прервать, потому что ролик начнется. Сейчас я просто прочитаю вам то, что случилось. После того, как месть свершилась, принц Артес побрел в одиночестве сквозь снежную пустыню Нортренда. Измученный таинственным шепотом Фростморна, Артес утратил остатки разума. Теперь, движимый темной волей меча, Артес планирует вернуться в родные земли Лордерона и потребовать награду. Все, друзья, всем пока.